было видно записи. А вот Федосью вы вспоминали, да, говорите, это Барашихина. Это она была дяди Павлина, жена, да, Кострова? Да вот, вот они вспоминали. Люба, говорит, была жена. А это вроде это уже мать. Люба, а мать? Это уже Ивана Павловича. Да, Люба жена. Иван. А это чья Федосья? А Федосья была мать Ивана. Она дяди Оси Барашихину, сестра, правильно же? Да. Да. И Федосий теперь тут. И да. Федор Иванович. И Федор Иванович. А кто-то еще был у них? Не знаю. Только вот эти, да, были? Угу. А сам вот дядя Павля этот, который муж Федосий, он куда-то был вроде раскулаченный, да, не помните? Не знаю. Куда вот он исчез куда-то? И выселен? Вот это тетя Надина, это дядя Коля, так, ну, Валя, тетя Паня, так, тоже были раскулачены, куда были сосланы, вот тоже я этих... тогда была маленькая, тогда это меня не интересовало, и я вот не знаю, куда они были высланы, дом тут стоял уже, а вот где отец ее, где муж, не но знаю. Я про тоже. Них даже в архиве в Выборге эти документы поднимал, вот там написано было, что они раскулачены, что куда-то их выслать надо было, а куда чего тоже не знаю. Высылали куда-то вот. Их, а куда вот тоже не а знаю. А сын-то у них здесь оставался, да, вот этот тетя Нади муж-то, Николай Александрович, он здесь и жил в деревне, да? Потом на войне его убили же, да? Да. А до войны он тут в деревне все жил, никуда не был. Выслан, они немного жили там вместе. Да, конечно, чего. Он сразу и погиб на фронте. Да. В интернете даже про него да есть. Да, свадьбу сыграли, и быстро война началась. Угу. И его что-то где-то он командиром был. И потом Павел появился. И вышел это самое. Вышел, и его пристрелили. Надо же. Эти самые. А дом это вот, где тетя Надин дом, это есть этих Калиничев. Да, да. А вот кто муж у тети Пани был, я не знаю тоже. Ну это у меня тоже где-то записано, сейчас имя просто а не что, помню. Эту бабушку Паня звали разве? Прасковья Герасимовна, да. Да, тетя Надина, свекровь. Я помню, как ее хоронили. А когда она умерла? Не помню. Ну, я ребенком была. А, ну где-то. Я помню, прибежали, а ей там гроб самодельный, и стружки под голову положены. Я удивилась. Думаю, но она уже в возрасте старая была, да? Конечно. А я ребенком. Так что, когда это, чего было?